Друзья, вот хотел бы показать свой гибрид. Это еще гибрид прошлого года, 2019. Это полное открытие цветка. Он больше не открывается. Не знаю, есть ли интерес в таком гибриде. Вот такой желтый тюльпан получается. Вот форма тюльпана. Вот так вот он остается. Цветочек, серединка вообще ярко-желтая, насыщенная. Такие вот тюльпановидные нимфейки. Ну, в своем роде он у меня единственный. У меня раньше получались такие гибриды, но я продал. Там был кремовый оттенок. Вот этот данный гибрид получился желтый. Вот это вот его полное открытие. То есть такая тюльпановидная форма остается. Напишите в комментариях, пожалуйста, вот стоит ли оставлять такой гибрид или его утилизировать. Имеет ли он право на свою жизнь? Вот, ну, могу сказать, что он оригинальный, и таких нимфей на самом деле практически очень, ну, если есть, то очень мало. Вот, больше он не открывается. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал, покупайте наши нимфеи. Буду выкладывать все новости нашей отечественной селекции. До новых встреч!